Доброе утро! Сегодня 24 августа 2022 года. Денек хороший, солнечный, хотя сегодня ночью было несколько сирен. Даже, вот я почитала, люди в разных районах где-то слабые какие-то бухти слышали. Но я спала вообще просто. Знаете, вообще ничего не слышала. Не знаю, мне бы, наверное, если бы даже тут где-то рядом с домом что-то произошло, я бы, наверное, ничего не услышала. Значит, вчера я все-таки пожарила свои цукини. Я здесь чуть позже выложу это видео. А потом мы пошли погулять на солнечные. Ну, мы время от времени туда ходим погулять. Там оно получается так понад рекой. Ну, такая как тропинка, что ли, через кусты. Ну, в общем, такой как лесочек получается, как посадка. Вы знаете, сколько людей там вчера было? Это вообще там и с детками, и так вот то по кустам сидели. Но оно же все выходит к реке. И уже мы пошли, когда уже совсем темно было. Я не знаю, наверное, после, ну, 9, после 9 где-то вот так вот пошли гулять вечером. прошу прощения, что-то кашляю. Вот, и смотрим, там кучка народа сидит, там кучка народа сидит. Там тоже такой есть, как дикий пляж. Ну, местных, кто на солнечном живут, они вот так вот как бы выходят на этот пляж, там купаются. Ну, понятно, что к вечеру никто не купался, но так вот, на песочке, смотрю, люди сидят, там лавочки, там такое, как мини-скверик у них, вот, и сидят там люди, кто-то там что-то пораскладывал, какие-то напитки, какие-то там чипсы, ну, в общем, сидят люди, знаете, как бы гуляют, вот, вот так вот прошлись понад рекой, вот так вот прошлись, тоже там короткие такое, коротенькое видео, я сняла, какой у нас город красивый, такой прям обзор-обзор. А потом вот так вот обошли по берегу и вышли уже на саму набережную. Там дорога хорошая такая, прогулочная, зелень вокруг, травка поливается. Вот, ну, замечательно. То есть нагулялись, находились, надышались свежим воздухом. Вот, люди вот так потихоньку гуляют, как бы. Видно на ту сторону город, посмотреть, очень красиво, все так освещается. Конечно, там у нас здание одно такое есть, которое, ну, в прежние времена, вообще на нем такая подсветка была красивая, так огнями все переливалось. Ну вот, сейчас все, конечно, это выключено. Ну так, просто фонари горят, все равно красиво как-то город. Так что я, наверное, вот то нагулялась-нагулялась-то, так спала крепко, что если бы даже что-то и произошло, я бы, наверное, рядом, ну, с трудом бы услышала. А сейчас не знаю, конечно, предупреждаю, что особо нигде не собираться, никуда не ходить, но погода прям шепчет, иди гуляй, так что посмотрим, может, пойдем или на пляж, может быть, куда-то в парк пойдем прогуляемся, не знаю, посмотрим, посмотрим по настроению, сейчас еще только утро, так что... Хороший день еще впереди, погуляем, посмотрим. Не знаю, если что-то получится снять, вы же сами понимаете, что там, где куча народа, я так стараюсь очень аккуратненько, потому что еще неизвестно, знаете, как накинутся и побьют. Ну, это я так, конечно, утрирую, но мало ли что. Так что так, целый день еще впереди, всем хорошего дня. Хорошего настроения, солнечного неба, мирного неба. И, ребята, давайте быть добрее. Давайте. Вот такие вот у меня красивые цукини. Вообще обалденно красивые. Прямо кушать их жалко. И что мне понадобится для икры? Значит, я их почищу. На терочке натереть.
Так, томат. Я делала томатный сок, поэтому баночку одну оставила именно для приготовления. Растительное масло, болгарский перец, лук, морковь, перец, соль. Вот там немножечко чесночка, и этого достаточно. Все, это самое-самое простое, что можно вообще приготовить. Раз-два, и вкуснятина готова. Ага, лучок уже подрумянивается. Поэтому сюда вот так добавляем морковку. И буквально через 2-3 минутки перец. Так, оглядываемся, чтоб не подгорело. А то оно быстро. Фить-фить. И вкусный продукт погорит. Ой, а у меня так вообще с этим луком только глаз да глаз. Моментально любит подгореть. Морковка готова. Так что теперь можно и перчика добавить. Вот. Чуть-чуть тоже, буквально несколько минут. Сейчас он станет мягким. И тогда можно наши или цукини, у кого есть кабачки, значит кабачки, добавлять. Ой, какое красивое. Его прямо в сыром виде можно кушать. Вот этой чухалкой я шкурку счищаю, а потом буду натирать на терочке. На банан похоже. Все, потихоньку я натираю. Часть натерла, бросила. Вторую часть вот так вот и бросаю, помешиваю. Вот, сразу, допустим, можно так присолить. Вот, сразу же перчиком черненьким вот так притрушиваем. И все так перемешиваю. Оно потихонечку, этот цукинь, ужаривается. Вот. И все. И будет у нас вкусняшка. Сейчас еще не забыть томат добавить. Ну, в принципе, все это можно вместе. Оно будет все равно все вместе тушиться. А те я еще дотру сейчас. О, как раз томатик. И все. И вкусняшка вам обеспечена. О, можно сюда, знаете, еще что? Если очень хочется, чтобы супер вкусно было. Сосисок. Да, любых. Копченых, молочных, сарделек. Ну, конечно, если бы кусочки мяска, свининки, да, то вообще и за уши не оттянешь. Была бы вкусняшка. Все, продолжаю готовить.